Всем привет! С вами Кононова Аня, проект Faberlic Online. Это новинки третьего каталога Faberlic. Именно новинки женской одежды размер 50. Сразу оговорюсь, что я ростом 162 сантиметра. Вот, и давайте же начнем. Сейчас на мне, мне нравится это платье. Это трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. Цвет фуксия, размер 50, состав 95 полиэстер, 5% эластан. Артикул 521-135. Ну, что я могу сказать? Платьишко приталивает. Оно вполне симпатично выглядит. Тут есть вот такой вот вырезик, как вы видите. То есть оно не сплошняком вот так вот идет. Да, то есть и имеет глубокое декольте. Бусинки не пришиты. Тут есть что-то вот такое, что, Антон, видно, не видно на камеру. Есть какие-то что-то типа гвоздиков, и они прицепляют вот эти вот бусинки. А рукава длинные, очень даже длинные, не 3/4. Ну и платье, как вы видите, мне чуть ниже колена. В принципе, платьишко замечательное, фигура стройнит, мне нравится. Так, сейчас на мне плащ для женщины. Цвет белый, размер 50, 48 полиэстер, 48 хлопок, 4 эластан и подкладка 100% полиэстер. Артикул 521-217. В состав входила вот такая вот пуговка. Давайте я вам ее покажу. Видно, Антон? Да, само платье вот такое вот что-то типа жаккардика немножечко. Видно, Антон? Да, все хорошо. Да, немножечко типа жаккардика. Вот посмотрите, как оно на спине, да, переливается. Переливается? Да. Очень даже красиво, здорово. Мне очень понравилось. Я себе его оставляю. Нарекания, конечно же, к нему есть. Вот где заканчиваются дырки на поясе. Я не знаю, почему так, но сам пояс очень красивый. Вот смотрите, какие хорошенькие тут жемчужинки идут. Да, то есть есть и... Так, это я тут загнула, да. Есть вот и язычок, чтобы сделать. Да, то есть, но это абсолютно никак. И пояс, конечно, для 50-го размера маловат. Да, то есть вот даже если сильно-сильно натянуть, я никак не достану. Вот, значит, только вот в этом идут нарекания. Два ряда пуговок, очень симпатичных, в форме жемчужины. Воротничок довольно грубоватенький, можно носить стоечкой, можно носить так, как я вам сейчас показала. Ну и вот внутри полиэстер, вот он, тот самый полиэстер. В принципе, очень даже хорошая вещица, мне понравилась, достойная, красивая. Классная, да, то есть тут логотипчик Faberlic, что-то 50-й размер имеется. Петелька вешать. Ну все, можно носить и гладить. Очень понравилось, очень прям понравилось. Достойная вещица. Сзади, кстати, разрез, я не сказала, да, вот сзади еще есть разрезик. Очень красивый. Дальше оставляю себе еще вот такой вот трикотажный джемпер. Так, сейчас я его на себе поправлю. Да, то есть, ну, как вы видите, судя по бирке, вот такой он плотности идет, да, то есть немножко просвечивает, ткань очень мягкая. А тут идет 85 вискоза, 15 полиэстер, размер 50, цвет розовый, артикул 521-280. Что меня удивило в этой кофточке? Я очень люблю рукавчики 3/4, вы, наверное, знаете из предыдущих обзоров. Вот это все, оно как будто прорезиненное. Антон, видно крупно? Оно как будто прорезиненное, знаете, вот такое классное, какое-то вот такое вот, я даже не знаю, как это все дело описать. Очень-очень мне понравилось. А сама ткань такая мягонькая, приятненькая. Вот, ну, в принципе, оставляю себе эту вещь, очень нравится. Так, это у нас, я говорила, нет, трикотажный джемпер с укороченным рукавом для женщины, цвет розовый, размер 50, 85 вискоза, 15 полиэстер, артикул 521-280. Обычная такая вот кофточка, в магазин сходить, еще куда-то, да, то есть мне нравится, все отлично, нареканий нет. Впервые мне подошло что-то красное от компании Faberlic. Действительно, ничего красного себе ни разу подобрать я не смогла. Да, смотрите, какое симпатичное на первый взгляд платье. И сюрприз оказался сзади. Да, то есть вот оно у меня тут в этом месте топырщится. И я ничего сделать не могу. Я его и натягиваю, и что только с ним не делаю.
и Антон возвращается. Видно, да? Видно, ну. Этот пузырек, он все равно возвращается, и все равно он стоит колом, и ничего я с ним сделать не могу. Хотя платье и приталивает, и стройнит, и цвет суперский. И вообще с удовольствием бы его носила, но мне очень идет. Значит, трикотажное платье с коротким рукавом для женщины, артикул 521-496, цвет темно-красный, размер 50, 95% полиэстер, 5% эластан. Ужасно не хочется отдавать данное платье на возврат. Дайте мне совет, может быть, это можно как-то вот исправить, дорогие мои, вот скажите, или это уже просто брак, и это уже не исправляется, я не знаю, вот не перешивая, может, как-то отпарить или еще что-то, да, то есть, но вот что мне с этим делать валуном на спине, даже не знаю, а так платьишко очень даже достойное. На мне точно такое же платье, как предыдущее, красное, только получается темно-синее. Это размер 50, 95 полиэстер, 5 эластан, артикул 521-514. И на спине та же самая история, вот в районе молнии. Опять-таки топырщица, я ничего сделать не могу. Или мне уже это кажется, я не знаю. Вот. Но вот, когда я ношу вот платье, оно нормально на мне сидит, смотрится сзади вот такой вот валун. Посмотрите, да, сами. Да, видно оттуда вот. Было. А сейчас видно? Да. Я понять не могу. Мне кажется, что это даже и не брак. Это просто не на мою фигуру, что ли. Я не понимаю. Но сидит тут отлично. А сзади вот эта вот штука. То же самое история с белым платьем. Перед отлично, зад. Нет, у меня нет слов просто. Это трикотажное платье с коротким рукавом для женщины. Артикул 521-505. Цвет белый, размер 50, 95 полиэстер, 5 эластан. Дайте мне, пожалуйста, совет, почему так делается и к чему вот эта вот штука. Потому что я очень хотела красное платье, но сейчас вот и белое, я смотрю, мне очень даже хорошо. Можно пиджачок сверху надеть, ходить. А еще тут, кстати, вот такая вот вставочка. Темно-коричневенькая, да, то есть, ну, свет бежевая, я так бы так сказала, темно-бежевая. Вот, платье не просвечивает, ничего, все идеально, хотя оно без подклада, все платья очень хорошо тянутся, отлично сидят по фигуре, но, как вы видите, нижнее белье видно, поэтому надо, опять-таки, другое какое-то подбирать, если вы выбираете белый. Но вот сзади просто, у меня просто вопрос, может, оно мне не по размеру, и мне надо, может быть, 52-й заказать, или наоборот, 40, может быть, 8, потому что в плечах оно мне и так свободно. Прям даже не знаю, что делать. Сейчас на мне трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Цвет лайм, размер 50, 100% хлопок. Это базовая наша линеечка, коллекция. Артикул 521-460. В принципе, вещь симпатичная, но, видите, как бы она вроде бы и плотная, и мягкая, и классная. Но, походу, немножко больше мерит или что, не пойму. Ну, и вот степень ее как она просвечивает, да? То есть, вот по бирке можно на черном увидеть. А выделяет, как вы видите, нижнее белье. Да, то есть нужно что-то такое бесцветное носить. Видно, что тут есть вставочка, как бы цветная. Вот с этим есть нарекания. Но так, в принципе, вот куда-то вот так вот шортики надел, джинсики надел и пошел. И, в принципе, здорово, да. То есть нормальная вещь. Но рекомендую вам, может быть, на размер меньше брать, чем оно есть. Потому что все-таки более в обтяжечку смотрелось бы намного симпатичнее, чем вот такого вот свободного кроя. И также на мне сейчас не новинка, но я их взяла и хочу вам показать. Да, то есть это... Давайте я вот так сделаю. Да, то есть это вот такие вот брюки для женщины. Цвет черный, размер 50. Значит, артикул 191-323. Значит, 76 вискоза, 20 нейлон, 4 эластан. Они мне очень понравились. Понравились очень сильно. И вообще, как бы, никаких нареканий нет ни по длине, ни по замочку. Так, тут два кармашка у нас идет. В общем-то, кармашки хорошо смотрятся, не дуются. Все отлично. Да, то есть они мне свободненько, как вы видите, немножко. Но мне кажется, после стирки, может быть, и сядет. У меня в таких штанах ходила дочь года два, наверное, и ничего с ними не случилось. Они хорошо тянутся и идут с такой ткани. Антон, увеличь, пожалуйста, вот мою ногу, чтобы люди увидели вот эти вот рисуночек, если получится. Получится его увидеть? Отсвечивает? Так, чуть-чуть.
Да, то есть они не простые черные, да, они идут с такими как ромбиками немножечко. Давай тогда я поближе, может быть, подойду. Угу. Видно, да, вот с такими они ромбиками, очень красивые, очень классные. Нет, трикотажа фуфайка с коротким рукавом для женщины, функция размер 50, состав 100% хлопок, артикул 521, 451, честно скажу, на возврат, потому что она мне, ну, как-то тут в обтяжку, тут как-то висит, болтается, то есть, как бы, ну, не мое, это не мой фасон футболки, можно так сказать, а вот джинсы новиночку я очень даже оставляю, так, сейчас сделаю, как в прошлый раз. Да, очень даже оставляю. Классные джинсики, мне понравились. Они идут обтягивающие. Так, это значит идут брюки из джинсовой ткани для женщины. Цвет черный, размер 50, 78 хлопок, 20 полиэстер, 2 эластан, артикул 521, 649. Обычно нормально джинсы сходить в магазин, куда-то ехать, да, там поезд, самолет. Очень удобные, они хорошо тянутся. И мне, в принципе, очень даже все понравилось. Нормально, по талии хорошо сидит, слегка великовато чуть-чуть, да, то есть совсем еле-еле заметно. Но для женщины цвет белый, размер 50, 48 полиэстер, 48 хлопок, 4 эластан и подкладка 100% полиэстер. Артикул 521, 217. В состав входила вот такая вот пуговка. Давайте я вам ее покажу. Видно, Антон? Угу. Да, само платье вот такое вот, что-то типа жаккардика немножечко. Видно, Антон? Да, 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 все хорошо. Да, немножечко типа жаккардика. Вот посмотрите, как оно на спине, да, переливается. Переливается? Да. Да? Очень даже красиво, здорово. Мне очень понравилось. Я себе его оставляю. Нарекания, конечно же, к нему есть. Вот где заканчиваются дырки на поясе. Я не знаю, почему так, но сам пояс очень красивый. Вот смотрите, какие хорошенькие тут жемчужинки идут. Да, то есть есть и... Так, это я тут загнула, да. Есть вот и язычок, чтобы сделать. Да, то есть, но это абсолютно никак. И пояс, конечно, для 50-го размера маловат. Да, то есть вот даже если сильно-сильно натянуть, я никак не достану. Вот, значит, только вот в этом идут нарекания. Два ряда пуговок, очень симпатичных, в форме жемчужины. Воротничок довольно грубоватенький, можно носить стоечкой, можно носить так, как я вам сейчас показала. Ну и вот внутри полиэстер, вот он, тот самый полиэстер. В принципе, очень даже хорошая вещица, мне понравилась, достойная, красивая. Классная, да, то есть тут логотипчик Фаберлик, что-то 50-й размер имеется. Петелька вешать. Ну все, можно носить и гладить. Очень понравилось, очень прям понравилось. Достойная вещица. Сзади, кстати, разрез, я не сказала, да, вот сзади еще есть разрезик. Очень красивый. А дальше оставляю себе еще вот такой вот трикотажный джемпер. Так, сейчас я его на себе поправлю. Да, то есть, ну, как вы видите, судя по бирке, вот такой он плотности идет, да, то есть немножко просвечивает, ткань очень мягкая. А тут идет 85 вискоза, 15 полиэстер, размер 50, цвет розовый, артикул 521, 280. Что меня удивило в этой кофточке? Я очень люблю рукавчики 3 четверти, вы, наверное, знаете из предыдущих обзоров. Вот это все, оно как будто прорезиненное. Антон, видно крупно? Угу. Оно как будто прорезиненное, знаете, вот такое классное. Какое-то вот такое вот, я даже не знаю, как это все дело описать. Очень-очень мне понравилось. А сама ткань такая мягонькая, приятненькая. Вот. Ну, в принципе, оставляю себе эту вещь. Очень нравится. Так, это у нас, я говорила, нет? Трикотажный джемпер с укороченным рукавом для женщины. Цвет розовый, размер 50, 85 вискоза, 15 полиэстер. Артикул 521, 280. Обычная такая вот кофточка. В магазин сходить, еще куда-то, да? То есть мне нравится. Все отлично, нареканий нет.
Сейчас на мне трикотажное платье с длинным рукавом для женщины, цвет мультицвет, размер 50, 95% полиэстер, 5% эластан. Далее, значит, артикул 521-316. Ну, что могу сказать, это платье мне тоже очень понравилось, с удовольствием его буду носить весной. Вы, наверное, видно, не видно, Антон, на камеру? Отблеск виден. Виден, да, меня муж снимает, Кормов Антон. Вот, очень красивое такое напыление. Это у нас идет покраска сверху, получается, да, то есть это покраска сверху, очень такой симпатичный, да, вот. Очень красиво, прям мне нравится. Низ изделия прямой, это платье прямого силуэта, да, то есть 50 размер, просто отлично смотрится, мне очень понравилось. Сейчас на мне платье без рукавов для женщины, цвет мультицвет, размер 50, верх 100% полиэстер, а подкладка тоже 100% полиэстер. Артикул 523-008. Что могу сказать? Ну, это платье подчеркивает, в принципе, как, на мой взгляд, все недостатки. Тут идет корсет. Вот эти вот штучки. Это корсет идет. И сзади идут тоже две такие штучки. Они тоже как бы платье, оно стоит. Стоит и, в принципе, форму держит вот этот вот корсет. Очень красиво. Вот. Что еще бы хотелось сказать? Такой вот невесомый подкладик. Ну, я думаю, вы уже в видео Насти видели. Она именно это платье примеряла себе. Такой вот невесомый, интересный подкладик, легонький, платье очень красивое, очень классное, да, и, в принципе, у меня такое мнение, что оно меня полнит сильно, и, конечно же, видны все недостатки возрастные, да, то есть это платье, я считаю, для молодых или спортивных девушек, да, то есть тех, кто действительно занимается спортом, но не для меня, к сожалению. Сейчас на мне обе новинки. Во-первых, это трикотажная юбка для женщины. Цвет черный, размер 50, 95 полиэстер, 5 эластан, артикул 521-613. И блузка с укороченным рукавом для женщины. Цвет бежевый, размер 50, состав 100% полиэстер, артикул 521-487. Блузка мне понравилась, можно гладить и носить. С удовольствием буду ее носить. Единственное, что она просвечивает, да, то есть не рекомендуется особо юным особам, потому что могут они этого стесняться, да, то есть, ну и как вы понимаете, белье нужно подбирать соответствующее, а не то, которое на мне. Хотя я надела телесное белье, но все равно нужно немножко другое белье. Блузка мне понравилась, она, в принципе, нормальная, немножечко, как даже вам сказать, стягивает вот эти вот все ощущения, но, в принципе, у меня все блузки таким образом, поэтому я уже как бы привыкла такой блузке и двигаться, и все. А что еще хочется показать, это вот то, что она вот такая вот прямого силуэта. Вы ее можете носить и так, и так. И вот степень просвечаемости, если так можно сказать. Да, то есть вот так она просвечивает. Если вот вы видите бирку, я еще не убрала пока что, не отрезала. Видно, да? То есть вот таким вот образом. Такая вот, в принципе, блузочка довольно-таки нейтральная. И так просто носить, и под пиджачок мне подошла эта блузка. Я ее себе оставляю. Сейчас на мне блузочка, воротничок, стоечка с длинным рукавом для женщины, цвет мультицвет, артикул 521-361, размер 50-75, хлопок, 22 нейлон, 3 эластан. Блузку себе оставляю, очень понравилась, очень хорошо смотрится. Как вы поняли, ее можно носить в заправленном виде, да, то есть ее можно носить на выпуск. Тут она немножечко такая идет с горочкой, да, как вы видите. И вот это вот получается рисунок сверху. Вот пуговки такие вот идут в составе. И еще вот подарок нам тут вложен, пуговка, да. Вот, блузочка, в принципе, отличная. Мне очень-очень она понравилась. Нареканий абсолютно никаких нет.
Ребят, когда я увидела эту блузку с укороченным рукавом для женщины в каталоге, я сразу поняла, что в ней я буду ездить отдыхать в жаркие страны мира. Она очень хорошо будет смотреться с джинсами, с джинсовыми шортами. И вообще вот мне она очень понравилась, и я ее захотела именно для этого. Потому что, как вы видите, просвечивает она вот таким вот образом. Антон, видно вот эту вот аннотацию, да? Но выглядит она просто великолепно. Тут завязочки можно сделать, как вы понимаете, бантик, да, можно оставить так вот таким образом, если вам хочется. Ткань очень легкая, без подклада, без всего. Рукавчики просто прелесть. Гипюрчик нежный, но очень такой, видно, Антон, да? Нежный такой, но очень такой приятный. И, в принципе, да, вот куда-то вот идти купаться, там в шортах, там вечером прогуляться, в принципе, довольно так и неплохо будет смотреться. И днем куда-то так вот сходить, да, какую-то фотосессию сделать красивую. Мне оно понравилось. Значит, это блузка с укороченным рукавом, артикул 523-018, цвет мультицвет, размер 50, состав... Ткань первая 100% полиэстер, и ткань вторая сеточка, идет тоже 100% полиэстер. Цвет мне подошел, все подошло, с удовольствием оставлю, и уже знаю, что с собой возьму в Тунис, что я с собой возьму в Италию от компании, да. Мне очень нравится, с удовольствием приберегу ее именно для отдыха. Блузка с коротким рукавом для женщины, цвет мультицвет, размер 50, состав 75, хлопок 22, нейлон 3, эластан, артикул 521-379, не мое. Ну, сами видите, не мое, предыдущая блузочка просто блеск, это я носить не хочу, не буду, поэтому, ну, как бы, не то, чтобы она не смотрится на мне, потому что мятая, да, а все равно ее нельзя гладить, да, перед тем, как вы примерили, на возврат нельзя отправлять уже глаженные вещи, ношенные вещи. Но это просто вот как бы не мой фасон. Мне кажется, что даже с джинсами где-то летом прогуляться, это не совсем то, что бы мне хотелось. Сейчас на мне блузка с укороченным рукавом для женщины. Цвет белый, размер 50, состав 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер, артикул 521-370. Ну, мне кажется, что отличная блузочка. Сзади она очень сильно просвечивает, обратите внимание. Вот, спереди она идет с подкладом, поэтому не сильно просвечивает. Ну, мне кажется, это тоже что-то вот такое летом, что-то интересное такое в жару носить. Вот, не маломерит, не большемерит, все отлично, сидит нормально. Ты когда сводишь с ума пакетиком? Сейчас на мне тоже весьма удачная моделька, она мне понравилась, оставляю ее. Значит, это трикотажный кардиган для женщины, белый, размер 50, состав 80 вискоза, 20 нейлон. Вот как она просвечивает, не просвечивает, посмотрите, да, вытяжечку. Немного есть просвет, да, да. То есть легкая такая вязаная вещица, значит, артикул 521-577. Красотка спит. Вот, и что могу про нее сказать, тоже она без всего, да, то есть без пояса, без всего, просто вот накинул и пошел. Длина покороче, уже немножечко где-то, мне кажется, увеличивает даже силуэт, вот эта вот длина, да, но с черными брюками, в принципе, смотрится хорошо. И вот такая вещь, она будет хорошо смотреться с какой-то, может быть, летней юбкой, прохладным летним вечером, да, то есть она будет хорошо смотреться много с чем, поэтому вещица универсальная, у меня такая была, я ее заляпала, еще что-то ей много лет, и я ее, конечно, уже выкинула, и вот сейчас компания Faberlic такую вещь выпустила, да, то есть накинул, пошел, мне нравятся такие вот накидочки, да, и я могу и запахнуться, если мне прохладненько, да, и могу и ее снова выпустить, да, то есть. Ну что, мои дорогие, это были все мои новинки. Скоро еще выйдет видео мужа. Я ему заказала много одежды, но новинки с неновинками перемешала, поэтому снимем все подряд. Вот, и еще раз, два, три, четыре, пять, шесть видов одежды у мамы. Да, то есть будет шесть видов одежды. Так, значит, ей я взяла, на мой взгляд, ей подойдет очень... А, вот, взяла ей, значит, такую вот
кофточку фуксию 521-263. Потом я ей взяла 521-272 этот джемпер. Так, вот это Катюшкина, кстати, кофточка размер 44 с бусинками. Не знаю, даже что-то написано, да, 521-295, попрошу ее примерить. Так, далее, значит, трикотажный джемпер для женщины я маме взяла, темно-зеленый цвет, 521-245. Так, еще я взяла 52 размер, 521-290, этот джемпер с укороченным рукавом. Мама завтра только приедет, сегодня она лекарство получала, вот бесплатное, у нее сахарный диабет, и вот ей сегодня должны были вот это лекарство выдавать, поэтому она не смогла приехать, а я уже то решила, раз уж я накрасилась, думаю, буду сегодня. Так, значит, трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. Я еще взяла такое 52-го. Мне кажется, что ей понравится. Вот, поэтому решила взять и себе, и ей такое платьишко. Посмотрим ей. Все-таки она живет в другом городе, пусть носит. Мы с ней встречаемся только у меня дома. А гуляет она, конечно, с подругами уже по поселку. Поэтому все, в принципе. С вами была Клонова Аня. Если я вам была полезна с выбором новой коллекции Faberlic, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Только честные обзоры, правдивые обзоры. Все, что мне не подошло, я вам, конечно же, показала. Все, что я отправляю на возврат, я вам рассказала. Но эта коллекция в целом удачная. Пару моделей мне действительно не понравилось и действительно не подошло. А все остальное просто... Для меня лично, прям вот даже дочка говорит, а мне почему такое не заказала, а я тоже такое хочу. И получается, что я ей вот сейчас пойду и тоже буду эти вещи заказывать, потому что она, примерив мои вещи, сказала, что ей надо такую же розовую блузку, которая с пуговками идет, да, то есть она тоже очень много что захотела. Она захотела такую же яркую футболку, будь здоров. Спасибо. На такую же яркую футболку она захотела, да, то есть она захотела футболку фуксия, то есть, но я так понимаю, ей надо заказывать 42 размер, они такие разлетайки, чтобы более-менее аккуратно смотрелось, она 44 вверх, поэтому 42 я ей размер закажу, да, то есть, ну, есть вещи, которые действительно очень понравились. Ну все, всем пока-пока, я довольна данной коллекцией.